Всем привет, с вами Джамбо Макс, и сегодня я вам расскажу историю своего ника. Да, очень много кто спрашивал, почему у меня такой ник, и в этом видео я вам об этом и расскажу. Началось все с далекого 2012 года. На то время я не знал, что такое Xbox Live Gold, и никогда не играл в онлайн-игры. А не играл я в онлайн по причине того, что я много переезжал, у нас не было интернета, а еще моя консоль Xbox 360 была прошита. Да, я пиратил, и это плохо. Кстати, на то время было нереально много одиночных игр, что я даже не задумывался, чтобы играть в онлайн. В этом же году, а именно в 2012, мне покупает на то время один из класснейших телефонов, а именно Lumia 920. Господи, как она мне нравилась, вы просто не представляете. Но сейчас не совсем о телефоне. Его я вспомнил лишь потому, что этот телефон дал мне первый раз доступ к Xbox Live, ибо для этого телефона нужна была учетная запись Microsoft. На то время, кстати, в телефоне показывался аватар, и некоторые игры имели поддержку достижений, которые накапливались на аккаунт Xbox. На тот момент я, кстати, как-то не думал над тем, что у меня есть какой-то ник, а он, кстати, при регистрации дается автоматически. После некоторого времени мне что-то ударило в голову, я решил узнать об онлайне и прошить свою консоль на более новую прошивку. Ибо если у тебя была старая прошивка, то была вероятность, что могут дать бан, а этого я, естественно, не хотел. После прошивки консоли я получил доступ к Xbox Live. Кстати, так прикольно получилось, что в первом же заходе в Xbox Live были у всех бесплатные выходные, и в итоге 4 дня я играл на халяву. Первым же делом я попробовал поиграть в Gears of War 3, на тот момент это была самая моя любимая игра, и понеслась в общем. После первой катки я понял, что я много потерял, не играя в онлайн режимы. Я всегда играл один, без команды, ибо русские мне не попадались, и я не догадывался, как можно найти их. Спустя, наверное, около месяца я остался один на один с каким-то чуваком, но никак не мог его найти. И в итоге мне чувак в чате орет: «Jumbo left! Jumbo left! Jumbo left! Jumbo left!» Я сначала не понимал, почему Джамбо и к чему это он. Но в итоге я потом догадался, что оказывается, Джамбо-то это я, и он мне как бы подсказывает. Да, дебилом я, конечно, ощутил себя конкретно. Первый мой ник был JamboTax851700. Он мне дался автоматом за регистрацию учетной записи Microsoft. Этот ник мне понравился, я был с ним долгое время, наверное, года 3-4. С ним же я перешел на Xbox One и начал вести свой канал. Если посмотреть мои старые ролики, это можно заметить. Ну а спустя время как-то надоело, что у меня в нике какие-то цифры, и я уже думал как-то переименоваться. И, как вы догадались, решение было элементарное – убрать цифры и вместо буквы «Т» поставить букву «М», так как настоящее имя у меня Максим. Так и получилось, что вместо JamboTax851700 получился Jumbo Max. Jumbo Max – это лишь псевдоним, настоящему ник XL Jumbo Max LX. А зачем тебе эти скобки, спросите вы? Это я сделал по причине того, что ник Jumbo Max уже занят, а скобки выглядят прикольно и как бы и ник есть. Вот такая история, друзья. Если понравилась история моего ника, ставь лайк, пиши обязательно свою историю своего ника, я обязательно ее прочту. И не забывай подписываться на нашу группу ВКонтакте, в которой вы найдете все самые свежие новости. Спасибо за просмотр, до новых встреч.